Догадался. Ну хорошо, помнит. Ну, сейчас. Ну, не работает, да? Да, и вот тот комплект. Блин, ужасное управление. Чё это? Okay. Ну, сам сделаю. Нахрен нужно это.
Что это был за заяц ты? Блять. Что это, блин, медведь нафиг, куда бежишь, козел? Ну, медведь, куда делся ты? Что за говняная игра-то? Не меня ж он бежит. Нет, не. Твой лось. Стой. Да, убали. Говняная реклама это. Такая же игра, блин. Куда он положил медведя? В рюкзак себе, что ли?
Так вот, нафиг. Не это место, да, конечно, в рюкзаке-то медведь лежит. Или в кармане, где он, куда он мог положить. На компе обычно там какая-то фигня, короче. Трофей забирал, а тут непонятно. Играть с трудом, конечно, можно. Управление ужасное. Звуки выстрелов просто оглушают. А графика уродливая. Сейчас из кармана медведя вытащу. И закончим. Первый раз такое вижу, что нет места для трофея в самолетовой охоте. По-любому я в рюкзак или в карман положил. Или на себе тащит. Попался в капкан, что ли, и что-то мигает. Что делать дальше? А ты еще кто? Ну и что я должен делать? Схожу посмотрю, что. Что в капкане посмотрю, если там вообще что-то есть.
Мощный двигатель, это чердой тут тащился. Опять тащится. Ничего. А, нет, заяц какой-то, что это было. Что-то не обрадовало. Раскрыл уже свои недели из кармана, как там. Короче, все.